Где бы вы ни были, мы рады вам на футболе. Привет! Позвольте представить вам сегодняшний комментаторский состав вместе с болельщиками. Перед нами состав хозяев. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Показывают состав команды гостей. Итак, тренер сегодня выбрал схему 5-2-3, которая достаточно вариативна. Но при этом не самое однозначное решение наставника. Первый тайм начался. Мяч потерян. Может что-то из этого прохода получится. Можно подавать тут. Есть шанс выйти вперед. Это мимо. Где бы вы ни были, мы рады вам на футболе. Привет! Позвольте представить вам сегодняшний комментаторский состав вместе с болельщиками. Перед нами состав хозяев. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Показывают состав команды гостей. Итак, тренер сегодня выбрал схему 5-2-3, которая достаточно вариативна. Но при этом не самое однозначное решение наставника. Первый тайм начался. Мяч потерян. Может что-то из этого прохода получится. Можно подавать тут. Есть шанс выйти вперед. Это мимо. Где бы вы ни были, мы рады вам на футболе. Привет! Позвольте представить вам сегодняшний комментаторский состав вместе с болельщиками. Перед нами состав хозяев. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Показывают состав команды гостей. Итак, тренер сегодня выбрал схему 5-2-3, которая достаточно вариативна. Но при этом не самое однозначное решение наставника. Первый тайм начался. Мяч потерян. Может что-то из этого прохода получится. Можно подавать тут.